Лаборатория «Штурм». Сегодня у нас на тесте обновленная модель шлифовальной машины «Штурм» OS8135R. Мощность 350 Вт. Скорость холостого хода регулируется от 6 до 13 тысяч оборотов в минуту. Благодаря наличию регулировки оборотов, шлифмашинкой можно и шлифовать, и полировать в щадящем режиме. Диаметр шлифовальной подошвы 125 мм, амплитуда колебаний 2 мм. Пылезащита пусковой клавиши значительно продлевает срок службы инструмента. Компактный размер и легкий вес позволяют работать даже одной рукой. Прорезиненный корпус инструмента уменьшает отдачу вибрации на руки. OS8135R в разрезе. В комплекте с машинкой поставляется пылесборник для самой аккуратной работы. Проверим, сколько уйдет времени на шлифовку необработанной доски 75 на 15 см. Отличный результат! Кабель оснащен хомутом-липучкой для удобства хранения и транспортировки. В комплектацию также входит шлифовальный круг. Рекомендуем обновленную модель шлифовальной машины «Штурм» OS8135R. Делитесь своим мнением в комментариях. Подписывайтесь на наш канал «Лаборатория Штурм». Заходите на наш сайт штурмтулс.ру. Лаборатория «Штурм».